Всем привет! В сегодняшнем видео поговорим о галогеновых лампах для автомобиля. Выпускают множество ламп с якобы более хорошими характеристиками, чем стандарт. Соответственно, стоят такие лампы в разы дороже. И мне стало интересно разобраться, лучше ли светят такие лампы, или это всего лишь маркетинговый ход. Возьмем две лампы. Bosch стандарт. Цена ее невелика, порядка 100 рублей. И лампу Osram Nightbreaker плюс 110%. И проведем небольшой тест, а именно замерим потребляемый ток. Производитель указывает, что мощность такой лампы равна стандартной. Посмотрим, чем будет отличаться световой пучок этих ламп и их яркость. Приступим. Цепь питания лампы я подключил амперметр. Возьмем первую лампу. Это лампа Bosch стандарт. Давайте посмотрим, какой ток она будет потреблять. 4,46. Теперь возьмем Osram Nightbreaker. Ампер. Чуть-чуть больше, но незначительно. Следующим этапом мы поместим обе лампы в фару автомобиля ВАЗ-21. 10 Bosch. Посмотрим, как она будет светить на стену, и замеряем освещенность при прочих равных условиях. Вот так светит лампа Bosch на стену. Сейчас мы отметим несколько точек светового пучка и замеряем освещенность. Замеряем освещенность в этих точках. Меняя положение фары, я заменил лампу на Osram Nightbreaker. Вот такой пучок получается от этой лампы. Замеряем освещенность по тем же точкам. Множитель на 10. Подведем итоги, запишем все получившиеся у нас значения. Кажется, разница налицо. Osram действительно светит ярче, чем стандартная лампа Bosch.